В Подмосковье планируется дополнительно подключить к газу 115 тысяч домовладений в рамках программы догазификации. Она коснется почти 300 тысяч жителей региона. В этом году в рамках президентской инициативы в Московской области будет построено 760 километров газовых сетей, что позволит догазифицировать 1112 населенных пунктов. В Одинцовском округе полностью или частично газифицировано 186 населенных пунктов из 236.